Я всегда хотела совместить как бы науку и творчество. И хотелось как-то, чтобы и техническое было что-то, и что-то творческое. И я наткнулась вот на такую специальность, как светотехника. Меня вообще изначально брали в лабораторию, а потом как-то так незначай, ну, делать проекты. То есть, да, в лаборатории мы снимаем, ну, фотометрические характеристики выходных изделий, по сути. А проектная работа, то есть это, ну, вести проект. Мне нравится совмещение, потому что я в своих проектах использую те данные, которые я получаю в лаборатории. Ну, то есть это и для меня хорошо, и вообще для компании тоже здорово, потому что мы на выходе, ну, видим тот результат, который действительно получится. А для меня здорово, что я могу в каком-то, ну, в какой-то программе использовать то, что я сама там сделала.